Десятки семей в районе Садгорода решат проблему с земельными отношениями. Приказ о передаче участка подписал заместитель министра обороны России. В марте этого года губернатор Приморья направил министру обороны России Сергею Шойгу обращение по вопросу соблюдения прав жителей пригорода Владивостока. Ранее десятки семей, проживающие в районе Садгорода, получили исковые заявления от военного ведомства об аннулировании прав собственности на земельные участки на основании документов 1932 года. Исходя из них, земля принадлежала Минобороны России. При этом жители Владивостока, приобретавшие и получавшие земли, даже не знали о существовании таких документов. Дорогие друзья, сейчас мы получили приказ Министерства обороны о передаче земельного участка военного городка номер 90, муниципальную собственность города Владивостока, это на станции Океанская, после обращения жителей по поводу представления им распоряжения выселения. Мы собирались, обращались в Министерство обороны, работали с департаментом имущественных отношений. И сейчас вопрос порешался, поэтому все опасения сняты. Я хочу поблагодарить Министерство обороны за такую консолидированную работу с правительством, с жителями, вот, за то, что учли, взяли во внимание обращения граждан. Будем и дальше впредь с ними также работать по решению тех вопросов, которые возникают в военных городках и по другим направлениям. Спасибо.